Добрый вечер. Основные события дня и экспертные оценки в ближайшем часе. Корейский полуостров на грани войны. Кто перейдет черту? Экипажи российских самолетов сами будут усмирять дебоширов на борту. Суды присяжных в России, если у них будущее. Средний класс России. Кто эти люди? Чтобы обсудить эти темы, у нас есть чуть больше 50 минут. Но начнем по порядку. Итак, южнокорейские спецслужбы подозревают, что соседи из севера могли перебросить к своему восточному побережью баллистическую ракету средней дальности типа «Мусудан». Об этом сообщило агентство Ренхаб. Южнокорейские специалисты говорят о том, что доставленный к восточному побережью объект по форме напоминает баллистическую ракету, впервые продемонстрированную в Северной Корее во время военного парада в октябре 2010 года. Считается, что радиус действия данной ракеты составляет около 3-4 тысяч километров, то есть попадают объекты, расположенные как в Южной Корее, так и в Японии, и даже некоторые американские базы в Тихом океане. О ситуации на Корейском полуострове мы говорим с Константином Асмоловым, ведущим научным сотрудником Корейского центра Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Константин, добрый вечер. Добрый. Скажите, насколько велика опасность перерастания этой ситуации в стадию войны, вот в горячую фазу? Не очень велика, особенно если воспринимать войну именно как сценарий, который тиражируют наши глупые СМИ, не сводящийся к тому, что молодой генерал решит поиграть в войнушку. Не решит. Я очень люблю напоминать всем, что южнокорейский военный бюджет сам по себе в 26 раз больше северокорейского, что если северокорейская армия на 4-м месте в мире, южнокорейская армия на 6-м, и это при том, что воевать они будут вместе с Америкой, потому что есть с 53-го года действующий договор о взаимной обороне. А что касается страшной ракеты «Мусудан», то южнокорейские специалисты внезапно забыли, как 3 года назад они заявляли, что такой ракеты нет, и это северокорейский блеф. И не очень понятно, какая точка зрения вернее, потому что пока что не было ни одного запуска указанной ракеты. Константин, вы рассказываете очень интересные вещи, потому что, ну, Северная Корея, понятно, закрытая, чуть ли не самая закрытая страна в мире, информации оттуда очень мало. Все, что, чем мы располагаем, это ссылки на некие американские или южнокорейские источники, которые кто-то чего-то видел. Как вам сказать, есть вообще довольно много наших дипломатов и специалистов, которые в Северной Корее работали. Но они предпочитают хранить молчание. Вот смотрите, только что, буквально минут 7 назад, пришла информация о том, что Китай выдвигает технику тяжелую военную границы с КНДР. А откуда эта информация? Это информация из информационных агентств российских. Давайте посмотрим, попробуем выяснить, собственно говоря, откуда она пришла. Потому что российские агентства довольно часто перепечатывают чужую информацию, и любая информация, которая касается Северной Кореи, воспринимается без признаков анализа. Дело в том, что, например, в Северной Корее пока что мобилизация не проводилась. И это тоже довольно важный знак, в отличие от южноамериканцев, которые весьма активно сейчас двигают войска. Хотите хороший пример того, как упоминание Северной Кореи намертво выключает мозг? Конечно. Помните, некоторое время тому назад очень широко тиражировалась информация, что Северная Корея такая ужасная, что некого генерала, который там недостаточно много плакал по поводу смерти Ким Чен Ира, публично казнили, расстреляв из миномета. Да, была такая история. А теперь предлагаю вам вспомнить, как выглядит миномет, насколько технически возможно расстрелять из него отдельно стоящего человека. Честно, из танка застрелить проще. Ну, точнее, из танка застрелить возможно. Из миномета практически нет. Ну, в этом я, пожалуй, с вами соглашусь. Константин, вот какой вопрос, тем не менее. Те заявления достаточно воинственные, которые с севера Корейского полуострова... Север уже 3 года как выдвигает заявления, которые сводятся к следующему. «Бойся меня, бабушка, я Мила Йовович, не тронь меня, я психический. Если вы попытаетесь нас тронуть, мы превратим все в море огня, тронем американскому империализму все задние конечности и сделаем с вами еще что-нибудь страшное». Ну, во-первых, как я уже сказал, слова – это слова, а передвижение войск – это передвижение войск. А во-вторых,
давайте все-таки отделять, очень анахронистичную северокорейскую риторику от каких-то действий. Главное, самое главное, что с подобными заявлениями они уже выступают, года три минимум. Константин, и тем не менее, сегодня высказывалось мнение о том, что такой всплеск риторики сейчас связан с наличием неких проблем внутри страны и внутри политического класса. Понимаете, Северной Кореи. У нас очень любят приписывать Северной Корее текущие наши проблемы. И есть такая точка зрения, которую, правда, ни один кривет не выдвигает. А выдвигают ее в том специалисты-глобалисты и люди, которые, видимо, считают, что они знают правду, не надо приставать с фактами. Вот они считают, что в Северной Корее идет серьезная подковерная борьба между военными и технократами, и для того, чтобы утвердиться на фоне этой борьбы, Ким Чен Ын решил устроить маленькую трудоносную войну. Похоже, его перепутали с Клинтоном. Понятно. Константин, короткая справка. Каков военный потенциал Северной Кореи? Что они могут противопоставить? Только что вам об этом сказал, что Северная Корея имеет четвертую по численности армию в мире, и это выглядит круто, если забыть, что у Северной Кореи в основном военная техника 70-х годов, не считая больших проблем с топливом и запчастями. С другой стороны, Южная Корея шестая по численности армия в мире, 700 тысяч против миллиона. При этом это современная техника, и в отличие от северокорейской армии, там военные занимаются только боевыми задачами, они работают на полях и строят важные народно-хозяйственные объекты. Плюс американская помощь. В такой ситуации мы имеем полное господство на море и в воздухе, и в случае серьезного конфликта Северная Корея не сможет решить ни одной стратегической задачи. И даже если они каким-то образом применят ядерное оружие или дострелят свои несуществующие пока ракеты Мусудан куда-нибудь, то, естественно, ответ международного сообщества на такие действия будет куда более грозным. А северокорейское руководство пока не было замечено в суицидальных мотивациях или менталитете главного гада индийского кино. Константин, наличие атомного оружия у Северной Кореи тоже блеф? По крайней мере, три атомных испытания зафиксированы. То есть нечто ядерное они взорвали. Но есть довольно серьезная разница между ядерным устройством, которое можно просто взорвать рядом с врагом, и нормальной боеголовкой, которую надо уместить в ракету. Так же, как есть серьезная разница между первым опытным экземпляром и началом серийного производства. Ну, это понятно, но тем не менее, угроза привести в действие, даже если рядом с границей по 38-й параллели, если взорвать... Я вам только что задал вопрос. Северокорейские власти, они что, мыслят категориями «я убил всю твою семью для развития сюжета, чтобы вы все пришли»? А я вот это и пытаюсь понять. Ну, вот смотрите... Даже когда умер Ким Ир Сен в 94-м году, все были уверены, что Ким Чен Ыр — это некомпетентный плейбой, и большая часть, опять-таки, не специалистов, кореевцев, делали прогнозы, разрушится Северная Корея через год или через три. Сейчас мы наблюдаем второй виток таких прогнозов среди неспециалистов. То есть вы считаете, что все это риторика, и... Я считаю, что опасаться надо совсем других вещей. Окей. А что хочет Ким Чен Ын добиться? Чего он хочет? Во-первых, Ким Чен Ын действует в ответ на гораздо более серьезные вещи. Потому что я боюсь, что если бы Советский Союз, или даже Россия, вместе с Кубой, проводили бы у берегов Соединенных Штатов маневры примерно каждый месяц, и в ходе этих маневров отрабатывались бы превентивные удары по американскому побережью, расстрел крупных городов ракетами с подводных лодок, точечные действия по ликвидации президента Обамы, Соединенные Штаты были бы очень недовольны. Почему Северная Корея не должна вести себя иначе? Просто большая часть наших новостей, которые касаются Северной Кореи, начинается со слов «Северная Корея сделала что-то», и подразумевается, что это произошло внезапно из бухты-барахта. А это не так. Смотрим на контекст шире. Спасибо. С нами был Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Корейского центра Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Как он считает, до войны на
Корейском полуострове достаточно далеко. Будем надеяться, что это действительно так. Мы прервемся на полторы минуты и после паузы поговорим о нововведениях на борту самолетов. Минтранс предлагает наделить членов экипажа воздушного судна правом усмирять буйных пассажиров. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс России. Суть его сводится к тому, что дебошира, члены экипажа, могут связать, используя пластиковые наручники, или обездвижить, применив электрошокер. Кроме того, согласно новым правилам, авиакомпаниям предлагается забирать у пассажиров алкоголь, купленный в дьюти-фри, и этот алкоголь будет возвращаться людям после приземления в точке назначения. Телефон в студии 651-10-99-6, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните, высказывайте ваше мнение по этой проблеме. К нам присоединяется Олег Смирнов, бывший замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот. Олег Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, когда эта серия дебошей произошла на наших воздушных судах, стало понятно, что что-то надо делать. Как вы полагаете, что надо делать? Да, это давно надо делать, но не то, что вы сейчас озвучили. Это просто полумер. Почему? Потому что мы в 80-е годы, и мои коллеги, перед тем, как лететь в любой рейс, вооружались до зубов. У нас было в кабине 3 пистолета у командира корабля, у второго пилота и бортинженера. И в кабине пассажирской сидел милиционер, переодетый в гражданскую одежду, с боевым оружием в штанине. Олег Михайлович, это скорее было связано с террористическими угрозами. Да, это было связано с террористическими угрозами, но даже такие высокие цели не оправдали этой системы, и через несколько лет она была отменена. По одной простой причине, что стрелять в аппарате, который летит на скорости 1000 км в час, на высоте 10-12 км, нельзя. Это самоубийство. Это может привести к разгерметизации самолета. А мгновенная разгерметизация самолета – это мгновенная смерть всех живых существ на борту. Так, и что же? Да, и к чему пришли? Что надо делать? Это то, что стоит весь мир. Первое. Не такие вот жалкие какие-то потуги делать, а необходим закон федерального уровня, в котором будет возложена материальная и судебная ответственность на виновника вот подобных пьяных явлений. Ну так их и сейчас штрафуют там по 50 тысяч. Так, последний пример. Один из, как вы знаете, рейсов сел на запасный аэродром в Ташкенте, летя по маршруту Москва-Бангкок. Значит, этому негодяю пьяному дали, присудили 500 рублей штрафа. Мир сделал бы так. Он оплатил бы, этот негодяй оплатил бы все расходы по вынужденной посадке, а это примерно миллион рублей обошлось Аэрофлоту, вот эта посадка. Дальше он оплатил бы все то, что потеряли еще 250 пассажиров, которые с ним были, которые потеряли стыковки, которые потом вынуждены были снимать отели за 1000-2000 долларов и так далее. И вот это суммировалось бы все, и без всяких судов он обязан это оплатить. Он скажет, у меня нет денег. И не надо. Тогда продается его квартира, квартира его жены, любовницы. Олег Михайлович, это уже по факту. А как предотвратить такую ситуацию так на борту? Вот, и в заключение, еще раз говорю, что летательный аппарат с такой скоростью, на такой высоте, не поле для битв. Эти вещи надо делать на земле. Надо все делать для того, чтобы предотвращать эти проникновения этих людей на борт. И если вот этот закон будет, о котором я говорю, введен, ответственность материальная, и в этом же законе должны быть прописаны право компаний публиковать черные списки, то я вас уверяю, с понедельника климат в стране в этом отношении в корне изменится. Почему? Потому что отец этого пьяницы, который станет банкротом из-за того, что допустил вынужденную посадку, он скажет детям, внукам и правнукам, что, ребята, летайте только трезвыми. И тот, чья фамилия
будет известно в интернете всему миру, его дети и внуки скажут: мы считали нас отец нормальный, а он, оказывается, пьяница и дебошир. Я вас уверяю, с понедельника все это прекратится. Вот что надо делать. И третий пункт – это разрешить законодательно предпринимать крайние меры членам экипажа, если это уже напрямую угрожает безопасности полетов. Ну вот об этом и идет речь, я так понимаю, в этих поправках. Спасибо, с нами был Олег Смирнов, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот страны. У нас есть звонки. Константин, мы слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, на личном примере знаю, что такое буйный пассажир. Вот, в 2010 году перелетал из Москвы в Южную Корею через Китай. Вот, на борту был мужчина, то есть они впятером выпили порядка, наверное, 4 литров алкоголя еще перед посадкой. И он начал буянить. Вот, так вот, усмирять его пришлось мне и еще одной женщине. Вот, потому что китайцы, которые китайские авиалинии были, они просто его не смогли. Там офицер безопасности даже был с какими-то вот этими липучками, с какими-то пластиковыми наручниками, но он просто раскидал. Он достал, по ходу дела, газовый пистолет, так ему этим же пистолетом досталось по голове. Вот, пока уже там женщина рядом со мной сидела, она из Якутии была, я, говорит, таких успокаивал, она... начала с ним разговаривать, а мне реально пришлось его малость придушить просто ремнем. Больше вот никак нельзя было успокоить. Понимаете? У нас люди перед полетом, то есть прям спускаешься, и люди из duty free. Ну, все летали, все видели. Литражом. Да, да, да не литражом, а ящиками. Вам не обидно? Вам не обидно за то, что за кого нас считают? Я, конечно, понимаю, что люди считают, что дуракам и пьяницам везет, то есть Бог любит таких, но не до такой же степени. Спасибо, Константин, ваше мнение понятно. Еще один звонок. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Простите, вот сейчас дяденька говорил, который пилот там, да, да, про штрафы, про все. Вы знаете, парадокс заключается в том, что у этого быдла, который позволяет себе, как правило, так вести, да, за душой ничего нет, взять с него ничего нет. Нельзя. Поэтому я думаю, что первое, должен быть просто закон. Этот сумасброд должен из сумасброда прямиком идти в тюрьму. То есть это однозначно. И срок за дебош на воздушном судне должен быть не менее 15. Согласитесь, что это так. Рисковать 200 жизнями, вот так... А то и 500. А? А то и 500 на новых самолетах. Да, совершенно верно. То есть это можно приравнять практически к терроризму, что и было с этим быдлом сделано. Спасибо. Спасибо за ваше мнение, за ваш звонок. К нам присоединяется Вадим Валерьевич Базыкин, заслуженный пилот России. Вадим Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот перед вами у нас в эфире был Олег Михайлович Смирнов, бывший замминистра гражданской авиации СССР. Так вот, он сказал, что практика маршалов применялась в Советском Союзе на воздушных судах гражданских, но эффекта не дала. Как вы полагаете, есть смысл маршалов вводить? Знаете, да, я помню эту практику. Ну, немножко другое общество было. Эффект был, конечно же. Вот. Единственное, просто, понимаете, вот существует какое-то наказание, да, существует вилочка. Вот, мне кажется, вариация должна быть максимальная, эта вилочка. То есть именно по максимуму давать. Потому что ну, дело в том, что это ведь не машина, ее ведь не остановишь, правильно, мгновенно. Там действительно очень высокий риск гибели людей. Экипаж не имеет права вмешиваться, да и ни к чему это вмешиваться. Необходимо как-то стараться действовать на то, чтобы погасить этот конфликт. Вот, поэтому первоочередная задача, мне кажется, вот сегодня я тоже слушал про эти электрошокеры, и все, это, конечно, безумие. Вадим Валерьевич, вот просто, во-первых, да. У нас был сейчас звонок от слушателя, который летел китайскими авиалиниями. Он рассказал, что ему пришлось усмирять дебошира, потому что даже наличие на этом китайском самолете маршала, который попытался там своим газовым пистолетом что-то сделать, только ситуацию усугубило, и маршал же по голове и получил. Конечно, агрессия рождает агрессию. Это всегда. А у нас нам вот сейчас... Берите статистику. Все происходит из-за спиртного. Понимаете, как деревня говорит, что спиртное ощущение не меняет, оно их усиливает. Если человек предрасположен
выпивший предрасположен к действию какому-то, да, то надо просто убрать это, и все. Валерий Валерьевич, получается вообще фантастическая ситуация. Значит, алкоголь, который куплен на земле в дьюти-фри, его надо сдать, а на борту при этом продают алкоголь. И ты покупаешь, можешь его купить работает. И выпить. Прекрасно. Меня это тоже удивляет. Дело в том, что у нас отнимаются самые маленькие ножницы, а в бизнес-классе в Аэрофлоте подают металлические ножи, понимаете? Ну, вот швейцарские это, конечно, авиалинии вообще их не отменяли, и посуду керамическую. Ну, да, это есть. Я согласен с вами. Надо потихоньку, если это будет только нарастать, то надо убирать практически все. Ну вот смотрите, возвращаясь к маршалам и какому-нибудь переодетому сотруднику на борту, предлагается, что члены экипажа, ну то есть бортпроводники, будут обеспечивать, усмирять дебошира. А я вообще с трудом себе представляю, как эти хрупкие девушки или женщины, да даже если там среди них один мужчина сейчас во всех экипажах есть, справятся. Ну вот мы видели все кадры полета в Египет. Ну, конечно, это, понимаете, это, во-первых, непрофессиональный подход к делу. Нельзя поручать ни экипажу, ни тем более стюардессам этим заниматься. И нельзя на самолет затаскивать спецназ. Там по 2-3 человека, как это раньше было, да. Но раньше у нас общество немножко другое было. Вот, раньше тебе замечаний не давали, тебе сразу и портили всю карьеру. После дела всю биографию твою перечеркивали, если тебя доставали живым из самолета, конечно. Вот. Я говорю, опять же, здесь риски очень тяжелые, поэтому здесь надо просто однозначно запрещать. Ну вот Олег Смирнов, с которым мы сегодня уже беседовали, бывший замминистра гражданской авиации советский, говорит, что надо делать акцент главный на черных списках и там пожизненном запрете летать. Как вы полагаете? Невозможно запретить. Черные списки тоже, наверное, кому-то помогут, да? Тоже использовать и этот вариант. Другой вариант предусматривает, например, от большого штрафа до 15 суток, значит, должен быть 15 суток. Если от 15 суток до 8 месяцев, значит, должен быть однозначно 8 месяцев, если это касается именно авиации, касается воздуха. Но с другой стороны, и... вот хорошо, даже мы какие-то примем меры, да, жесткие, а другие авиакомпании, не российские. А другие авиакомпании, ну ничего страшного, другие авиакомпании шли в тренер берут, что ну, как сказать... Я очень часто летаю за зарубежными авиакомпаниями, но, не знаю, у меня просто в голову не придет в Люфтганзе как-то проявлять свою там бычью сноровку, да, там никому в голову не придет, потому что там все решается мгновенно, то есть там нет такого варианта выбора. Там сразу останавливают самолет, либо он сразу садится, либо он прекращает руление, если это еще на земле. Сразу приходит полицейский, высаживает. Однозначно самые жесткие меры. Однозначно. Это вот авиакомпания «Люфтганза». Поэтому все это наслышано, все это там, может быть, где-то прочитали, да, и поэтому там и меньше всего подобных ситуаций происходит. Спасибо. С нами был Вадим Базыкин, заслуженный пилот России. Мы говорили о предложениях Минтранса по обеспечению безопасности в воздухе, вернее, о борьбе с дебоширами и пьяницами на борту. Вернемся через 1.5 минуты. По статистике Верховного суда России, от четверти до половины кассаций на решение суда присяжных в нашей стране в итоге оказываются удовлетворены, а вердикты, выносимые непрофессиональными судьями, отменены. Институт присяжных не подконтролен власти, считают эксперты, и она старается препятствовать его развитию на всех уровнях. Следственные органы, суды и законодатели борются с народными судьями любыми доступными ими методами. На самом деле статистика еще вот и такая есть. Присяжные оправдывают до 25%, то есть четверть подсудимых, тогда как профессиональные судьи менее 1%. Поэтому правоохранители, стремясь к повышению показателей раскрываемости, лоббируют полный отказ от этого института. Об этом говорят многие эксперты. Телефон в студии 65-10-99-6, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните, высказывайте ваше мнение относительно судов присяжных и того, что с этим происходит. К нам присоединяется Тамара Георгиевна Маршакова, судья Конституционного суда России в отставке. Тамара Георгиевна, добрый вечер. Добрый вечер.
Скажите, как по-вашему, почему такая гигантская разница в оправдательных приговорах между судами присяжных, 25% дел, и один только процент обычные суды? Ну, я думаю, что ваш вопрос, он очень похож на чисто риторический, потому что ответ понятен каждому. Судья-профессионал, находящийся под серьезным прессом представителей, других представителей правоохранительных органов, и под серьезным прессом своего начальства вряд ли будет противодействовать правоохранительным органам, которые должны, собственно, в суд представлять материалы, являющиеся основой потом судебного решения. Непрофессионалы, присяжные, они не связаны никакой круговой порукой, они не принадлежат к юридическому цеху, и в конце концов они простые люди, которые, глядя в глаза таким же простым людям, привлекаемым к ответственности, понимают, что они не могут на себя взять страшную ответственность за незаконное, необоснованное осуждение. Вот и все. Тамара Георгиевна, а по каким основаниям может быть обжалован вердикт суда присяжных? Ну, к сожалению, уголовно-процессуальный закон очень широко формулирует эти основания. Фактически их можно еще более широко истолковать. Он позволяет отменить вердикт суда присяжных, причем любой, не только обвинительный, и не столько обвинительный даже, сколько оправдательный, если ход процесса таким образом был организован, что присяжным сторона защиты поставила вопросы, которые повлияли на ответы. Но на самом деле сторона защиты именно и должна ставить вопросы такого рода, чтобы показать присяжным, что они должны выбрать из решений. Не предписать им, а предложить им свободный выбор на основе такой спокойной оценки того, что представлено как доказательство. Есть доказательства или нет доказательств. Присяжные только оценивают вопрос факта, они право не оценивают, поэтому всякие ссылки в наших дискуссиях на то, что присяжные не юристы, они просто смешны. Слава богу, что они не юристы, и они просто, как родители, допустим, когда наказывают ребенка, оценивают степень, так сказать, провинности его, и смотрят, а действительно есть доказательства этого, или кто-то один на другого наговорил. Так и присяжные смотрят просто. Есть доказательства того, что человек совершил преступление или нет. Это их преимущество большое. Тамара Георгиевна, а почему я слышал, вот сейчас сужается поляна тех дел, которые рассматриваются именно судами присяжных? То есть из-под них, да, вывели, по-моему, терроризм, шпионаж, еще что-то. Нет, это уже давно вывели, это вывели еще 5 лет назад, терроризм, массовые беспорядки, узурпацию власти, то есть все, что может быть связано с какими-то протестными явлениями, а будет изображаться как терроризм, все это изъяли из компетенции суда присяжных. Но сейчас она сужается еще более, потому что часть дел, которые раньше рассматривались в областном звене судебной системы, в суде субъекта федерации, а именно там рассматриваются дела с участием присяжных, часть этих дел передается в районные суды. И тогда а там суда присяжных нет, и раскрываемость там увеличивается. Нет, его не будет, потому что он там не организован. Это все-таки требует определенной организации ведения такого суда. Но есть способы, они предлагались, в частности, вот Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека предлагал даже в виде законопроекта способ компенсировать передачу компетенции из областного суда районному правом того, кто в районном суде должен быть судим, тоже заявить о желание быть судимым судом присяжным, и тогда в этом случае дело должно было быть поднято на ступеньку выше в суд областного звена. Это все равно небольшая нагрузка для областных судов. И сейчас они рассматривают дела, в которых возможен суд присяжных, даже тогда, когда никто не заявлял ходатайство о таком суде. Мы предлагали, что эти дела будут рассматриваться областным судом только в тех случаях, если обвиняемый заявит о своем таком желании. Этих дел всего в год по стране 500-600.
Так что это вообще распределенное на 80 почти субъектов федерации с их областными или верховными судами, незначительная цифра для каждого областного суда. Варвара Георгиевна, ну, получается, что даже институт тогда присяжных не интересен? Институт присяжных не просто не интересен, он противен, потому что институтом присяжных трудно управлять. Последние годы у нас развелись даже целые такие научные исследования по поводу того, как нужно обеспечивать оперативное сопровождение рассмотрения дел судом присяжных оперативными службами. Это такие службы есть в наших правоохранительных органах, в ФСБ, в МВД, в нынешней полиции и так далее. Как следить за присяжными, как разрабатывать систему мер, которая позволила бы присяжных отводить, если видно, что они могут склониться к какому-то неудобному для обвинительной власти решению. Ну, то есть оказывает на них давление. Да, до какой степени дошла нелюбовь к этому институту. За ними просто следят. А это на самом деле совершенное нарушение запрета, потому что власть, ее представители должны только обеспечивать независимость для присяжных в то время, когда они работают в суде, когда они заседают с тем, чтобы вынести вердикт. Спасибо. С нами была Тамара Марчакова, судья Конституционного суда России в отставке. Мы продолжаем говорить о судах присяжных в нашей стране. Телефон в студии 65-1099-6, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. А к нам присоединяется адвокат Анна Ставицкая. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, как вы слышали, Тамара Георгиевна много чего интересного рассказала. А вот скажите, в вашей практике много было дел с участием присяжных? В моей практике было несколько дел с участием присяжных. И моя практика показывает, что действительно присяжными иногда начинают манипулировать. Но при этом я хочу сказать, что... Действительно, институт присяжных, он стал противен нашей власти, потому что присяжные достаточно часто выносят оправдательные вердикты в том случае, если не подбирают коллегию или не оказывают давление на присяжных тем, чтобы они вынесли обвинительный вердикт. У меня был в практике случай, это в отношении ученого Игоря Сутягина рассматривалось дело судом присяжных, и первая коллегия присяжных, которая была отобрана, она хотела оправдать Сутягиной, и они об этом говорили в совещательной комнате, когда были какие-то перерывы между заседаниями или какие-то перерывы в судебном заседании. И эта коллегия была по совершенно незаконным основаниям распущена. А затем была собрана коллегия присяжных, которая уже единогласно признала Сутягина виновным. И мы, защитники, затем... А уже после того, как был вынесен вердикт, установили совершенно случайно, что в эту коллегию был внедрен бывший сотрудник службы внешней разведки. Так вот, методом случайной выборки он оказался в таком суде. Вот, Анна, кстати, насколько тяжело отбирать присяжных? Многие отказываются. Присяжных достаточно тяжело отбирать, потому что это на самом деле достаточно такая... формальная процедура, потому что приходит, не знаю, человек 30, и очень часто председатель, если по делу, не дает задавать вопросы сторонам, в частности, стороне защиты, с тем, чтобы понять, кто этот человек и может ли он объективно рассматривать именно это дело. Ну, я думаю, что очень многие смотрели различные американские фильмы, и там иногда показывают отбор присяжных. И там достаточно так много вопросов задают присяжным, и отбор происходит длительный промежуток времени, даже несколько дней. И даже приглашаются психологи, которые следят за тем, как на то или иное высказывание кандидатов присяжные реагируют, и на основании этого строят психологический портрет человека с тем, чтобы понять, может он участвовать именно в этом суде или нет. У нас этого просто нет. Это достаточно формальная, к сожалению, процедура, уже не говоря о том, что стороны не участвуют на предыдущей процедуре, когда секретарь суда якобы методом случайной выборки подбирает кандидатов присяжные для конкретного процесса. И уже вот из этих людей, которые выбрал вот этот секретарь,
уже выбирает стороны. И вот на той стадии как раз и возможны различные манипуляции, внедрение в вот это вот... Заинтересованных лиц. Да, как присяжные. Что-то? Внедрение заинтересованных лиц. Да. Вот именно на этой стадии ее отследить невозможно. А когда люди приходят, они, естественно, не говорят о том, что они раньше служили в СВР и прославились тем, что вербовали премьер-министра Польши Олексу. И также это во многих других делах тоже. Еще у меня был случай, когда в отношении одного предпринимателя три коллегии присяжных рассматривали дело. Первая коллегия присяжных хотела вынести оправдательный вердикт, и ее распустили. Вторая коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, отменил Верховный суд и дело направлено на новое рассмотрение. И третья коллегия присяжных тоже вынесла оправдательный вердикт. Вот две коллегии, ту, которую распустили, которая вторая вынесла оправдательный вердикт, на присяжных оказывали давление. Анна, скажите, а вот по каким вообще основаниям коллегию распустить можно присяжных? Вот вы говорите, они вынесли оправдательный вердикт, их разогнали. Эти тоже вынесли, их тоже. За что? Они хотели вынести оправдательный вердикт, и по формальным причинам, вот в деле Игоря Сутягина, распустили коллегии, потому что сменили судью, председательствующего по делу. И председательствующий уже выбирал новую коллегию присяжных. Сменили незаконно, но это очень много можно об этом говорить. По делу предпринимателя распустили коллегию присяжных, потому что так длительный промежуток времени слушалось это дело, и уже не осталось полного комплекта присяжных, если так можно сказать. Их вообще должно быть 12, и есть запасные. Вот и запасные уже закончились, и один присяжный из коллегии тоже ушел, и, соответственно, их стало 11, и это было основание для розыска. Ну вот Тамара Георгиевна Марчакова только что нам рассказывала тоже про суды присяжных, и она считает, что все-таки это лучше, чем суды профессиональные. Я с ней полностью согласна. Я считаю, что это самая лучшая форма правосудия, если сюда не распространяет свои руки представители правоохранительных органов, потому что именно в этом суде как раз в полной мере реализуется такой принцип, как состязательность сторон. И только в суде присяжных стороны, доказывая что-то, они могут использовать очень много возможностей. Потому что в обычном суде их практически невозможно, к сожалению, в нашем суде, потому как всем известно, что у нас обвинительный уклон в правосудии и очень много... Хорошо, а если судей профессиональных назначать, например, то есть не назначать, если у человека не было в жизни практики работы адвокатом и не было работы в прокуратуре? Это, по-моему, тоже, кстати, американская система. Да, есть такое. То есть он знает и ту, и другую сторону, и как это работает? Профессиональный судья, прекрасно. Ну, вы знаете, я думаю, что это не в этом дело, где у нас бы работал человек, который станет судьей. Самое главное – это система. В случае, если система позволяет выносить оправдательные приговоры, и за это судью не выгоняют, то тогда, конечно, бы судьи смотрели, на самом деле, те доказательства, которые имеются в деле, и выносили то решение, которое можно вынести по этому делу при наличии или отсутствии доказательств. Поэтому, если вот сама система изменится, то я думаю, что и судьи тогда будут выносить те приговоры, которые, как я уже сказала, могут быть вынесены, исходя из обстоятельств дела. Спасибо. С нами была адвокат Анна Ставицкая. Мы говорили о судах присяжных в России. Оставайтесь с нами, мы вернемся через полторы минуты. Средний класс в России прирастает в основном за счет чиновников, а также военных и сотрудников правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют данные независимого института социальной политики. По этим оценкам сейчас средний класс составляет около 19% семей. Причем за последние примерно 7-8 лет доля росла на 1% пункт в год. Телефон студии 65-10-99-6, код Москвы 495. Я призываю наших слушателей присоединиться к нашей беседе и ответить хотя бы на такой вопрос: считаете ли вы себя представителем среднего класса?
А мы сейчас эту историю будем обсуждать с Сергеем Петенко, генеральным директором экономико-правовой школы ФБК. Сергей Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Масса критериев. Скажите, кого относить к среднему классу? Ну, это вопрос действительно выбора критерия, но, наверное, можно операционально сказать следующее. Для каждой страны надо выбрать вот какой-то более-менее средний уровень доходов и вокруг этого строить, потому что все остальное, никак, кроме уровня доходов, это уже такие сильно оценочные категории. Сергей Васильевич, я вот буквально лет, может быть, 6-7 назад читал исследование очень интересное по России. Так вот, себя к среднему классу относили люди с заработком более или в районе $400 в месяц на тот момент. Какова сейчас планка? Ну, я думаю, что сейчас планка, скажем так, в пару раз выросла, если это было десяток лет тому назад. И, условно говоря, наверное, это гипотеза, к среднему классу, в среднем по России, потому что в Москве вряд ли будешь относить себя среднему классу с заработком 30 тысяч рублей. А с тысячей долларов по России в среднем, ну, наверное, в общем, это будет уже похоже на средний класс. Вот согласно данным этого опроса, этого исследования, значит, средний класс прирастает в основном за счет чиновников, военных и сотрудников правоохранительных органов. А почему именно из этих социальных групп? Ну, потому что это все люди, получающие деньги из бюджета. К сожалению, наша ситуация грустна тем, что мы имеем безумное налогообложение бизнеса, вот те самые страховые взносы, носящий просто-таки безумно запретительный характер. И в результате у нас, конечно, получается такая не совсем нормальная ситуация, когда те, кто живут на деньги налогоплательщиков, живут лучше, получают больше. Самих налогоплательщиков. Чем те, кто им платит налоги зарплату. Платит. То есть проблема, конечно, в нашем безумном высоком уровне налогообложения бизнеса. Сергей Васильевич, я попрошу вас остаться на линии. У нас есть звонок. Хотелось бы узнать мнение слушателя. Алексей, здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, вы в эфире, пожалуйста. Я что хочу сказать. Я к среднему классу себе не отношу. Был когда-то, может быть, 2-3 года назад я в этом классе. Теперь власть и все, кто рядом, то есть различные органы, они превратили меня практически в нищету, которую просто еле-еле сводит концы с концами. Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Сергей Васильевич, ну вот это, видимо, то, о чем вы говорите. Или частично. Я, честно говоря, очень плохо слышал. Значит, Алексей рассказал историю о том, что около там 2,5-3 лет назад он считал себя представителем среднего класса, потом проверяющие органы и действительность сделала так, что он опустился на уровень нищеты. Конец цитаты. Ну, есть действительно такая проблема. И еще, кстати, почему прирастает? Ведь вот это безумное наше налогообложение выталкивает в тень, ведь получается то, что мы видим, это данные официальной статистики, а если тут расходятся цифры, независимые исследователи говорят, что там 18 миллионов у нас черно заняты. Мы буквально вчера эту историю обсуждали, вот с заявлением Ольги Голодец, вице-премьера. Получается, что государство не знает, чем занято 38 миллионов человек. Ну вот у нее, да, 38, ну, независимых исследователей там 18-20, но на самом деле не суть, как кто из них в данном случае прав. В любом случае, даже если взять меньшую из этих цифр, то понятно, что 20 миллионов, которые там ведь тоже, конечно, в основном, да, мы пытаемся фантазировать, что это, дескать, те, кто на рынке торгует, но на самом деле-то это не так, потому что вот это налогообложение, оно выталкивает в тень вполне себе, то есть технологичные компании, где уровень там издержках доля зарплат там 50-60%,
Поэтому, ну, конечно, их вот такое налогообложение выталкивает в тень. Поэтому тут еще одна из действительно таких причин, почему такие цифры, как вот в этом исследовании, что примерно, ну, неважно, там, если по голодец, то половина, если по независимым исследователям, то четверть трудоспособного населения здесь не учитывается, то, ну, естественно, и получается, что вот тот самый средний класс произрастает те, кто получает наши налоги. Это говорит о том, что хватит, видимо, там увеличивать зарплаты. Вот, лучше вот я как раз хотел спросить, Сергей Васильевич, посмотрите, получается, да, чиновники, милиционеры, военные становятся средним классом, а тот, кто, собственно, по идее должен его формировать, это средний мелкий бизнес, выпадает. Да, ну, чем только, говорю, можно утешиться, что в реальной жизни, видимо, он выпадает несколько меньше, чем в статистике, потому что частью он теневой, и там, ну, значит, вот определенная часть среднего класса в тени. Ну, в общем, в любом случае, это такое слабое утешение, потому что... Ну, то есть это нехорошая тенденция? Это нехорошо. То есть вот пора как бы прекращать рост зарплат тем, кто получает деньги из бюджета. Неважно, как они называются. Я думаю, они не обрадуются вашему предложению при нынешнем уровне инфляции. Единственное, что остается их к чему призвать, к инстинкту самосохранения, потому что такая ситуация, когда налогоплательщики получают зарплаты меньше, чем те, кто живет на их налоги, вот такая ситуация как бы сверхдолго продолжаться не может. Это крах. Поэтому либо сокращение числа тех и прекращение, кто получает деньги из бюджета, и прекращение роста выплат им, и снижение налогов на бизнес, это то, что необходимо осознать, как вообще условия выживания, иначе, в общем, ну, могут быть совсем нехорошие последствия. Спасибо. С нами был Сергей Петенко, гендиректор экономико-правовой школы ФБК. У нас есть звонок от слушателя. Виталий, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот мне интересно очень, как-то стрелки переводятся на средний класс и еще есть низший класс. То есть те, кто производит какую-то продукцию, бизнесмены, это средний класс. Они эту продукцию перепродают и ищут какую-то прибыль. Вот. Но есть еще высший класс, который получает просто миллионы и миллиарды, и фактически он обирает и низший, и средний класс, понимаете? Средний класс тоже чего-то делает, он делает какое-то дело, понимаете? А высший-то класс, он как раз львиную долю-то и забирает. Спасибо, Виталий, спасибо за ваш комментарий. У нас к нам присоединяется Никита Масленников, советник Института современного развития. Никита Иванович, здрасте. Добрый вечер. Ну, вы слышали крик души нашего слушателя? Ну, чё ж. Но я так думаю, что в высший класс ты просто так не попадешь. Надо сначала и средний пройти, и, может быть, даже и снизов. Да и работать надо часов по 16-18 сутки, так, между прочим. Хорошо, мы вот только... Если всерьез. Ну да, мы вот только что говорили с Сергеем Петенко, и по его оценкам очень нехорошая тенденция складывается в силу того, что средний класс у нас формируется, теперь прирастает за счет чиновников, военных и полицейских. Как вы оцениваете эту ситуацию? Ну, повод к ней действительно недавно опубликованный вот доклад уважаемых экспертов из независимого института социальной политики. Там получается, что у нас сейчас по всем критериям, они различные, там целые выборки критериев, но примерно где-то 18,7% населения относится к среднему классу. Причем, если брать его профессиональный квалификационный состав, то он, предыдущий замер был в 2007 году, то вот численно, по сути дела, он особо не вырос. Ну, понятно, кризис ударил по благосостоянию людей. Все очень непросто. Шла адаптация, выживание у очень многих. Поэтому мы не можем сказать, что он так вот ощутимо повысился. Но он структурно изменился. Но ухудшилось действительно его профессиональный состав. Чиновников стало существенно больше, так же, как и силовиков. Ну, что касается силовиков, здесь
Я думаю, это наоборот, может быть, даже и тенденция здоровая, потому что, в общем-то, когда вооруженные силы начинают, люди, служащие в вооруженных силах, начинают жить более-менее достойно, это, в общем, правильно. Тем более, что и во многих странах других, которые причисляют себя к развитым, там вот этот компонент, он важная составная часть среднего класса. Но вот что касается чиновников, их стало существенно больше. И вообще вот этот вот чиновная доля примерно составляет сейчас около пятой части всего среднего класса. Это, конечно, не здорово. Потому что это показывает, что на самом деле идет разрастание государственного аппарата, разрастание бюрократии, разрастание госсектора. Ну это и туда идут, очень часто выясняется, студенты, которые думают, как продолжать жизнь, называют именно госслужбу с целью наживы. Да, да, я совершенно с вами согласен, потому что все последние социологические исследования по молодежи, которые проводятся, показывают, что мотивация продолжать собственное дело какое-то или начинать его, да, идти в бизнес, вообще самореализовываться здесь, но она довольно крайне мала. И возрастает вот роль такой вот стабильной, сытой, обеспеченной жизни на таком тепленьком чиновничном месте. Причем многие очень часто не скрывают, что там еще большие возможности получать сверхзаработные платы. Спасибо, Никита Иванович. У нас заканчивается время, к сожалению. С нами был Никита Масленников, советник Института современного развития. Мы говорили о последних данных исследований, о том, что в России средний класс прирастает за счет чиновников, военных и сотрудников правоохранительных органов. Всего доброго, не болейте, завтра продолжим.